Ты заснял вот это безобразие, да? Все. Ну, видно, что варено. Это вы мою работу безобразием называете? Ну, по крайней мере, выглядит не зря, так. Зря я сюда пришел. Вот это сюда. Конечно, зря. Зря. Вас вызвал-то кто? Кухник, который стирали с пили. 100% зря. Знал вот такую кашу. Вы зря пришли. Надо заставить. Надо было заставить, а просто дверь ставить. Дверь надо будет ставить. Вообще, мы можем не согласиться и заставить дверь поставить. Ну, что тут возьмешь? Тут герметизация подпалена. Я на эти парады сейчас пускаю. Тут все подпалено. Ладно, ладно. Так, а ручка-то сломана, смотри-ка. А ручка-то, с ручкой-то, смотри, сломана. Ручку доломали вчера, короче. Ручку сломали. Тут у нас вот такие вот ситуации. Слушай, а надо теперь это самое. Тут вот так вот у нас. Тут вот так. Что с ручкой-то делать? Ставить новую надо. Что делать? Ручка. Ну, это пускай участковый смотрит, что ручка доломали. Сломали. Тут. Не жалко вас, ребята, что вы этому гопнику делаете. Он вчера сломал это все. Не надо меня жить. Вот. Я хочу сказать, что сделано, конечно, отвратительно. Дверь смотрится обалденно страшно. Все, вы свободны, как куба. И вы свободны. Откровенно говоря, ужасно. Мы можем, кстати, заставить их новую дверь покупать. Не согласиться с этой дверью. Как временно это решение подойдет. Да, так писать заявление. Не факт, что ему опять приспичит ее пилить. Да.